Друзья, всем günaydın, всем доброе утро, друзья. В это время 10 утра, поэтому всем günaydın, дорогие друзья. Истерсы, большой привет. Действительно, друзья, нас направляет климат. Наше настроение, наше здоровье зависит от климата, друзья. Я это часто вам говорю, действительно. Вот как-то утром вы встаете, идете на балкон, погода такая шикарная, солнце, море, совсем по-другому себе чувствуете, правда, друзья? Вот утром я как раз встал и пошел на балкон и посмотрел, наблюдал жизнь, солнце светит, море яркое, такое красивое, люди на пляже ходят, кто-то на балконе сидит, завтракает, кто-то там с собаками гуляет, друзья, вот это атмосфера жизни действительно много что-то значит. Сразу настроение другое. И сразу мы счастье получаем от этого, друзья. Действительно, друзья, где вы живете, и вас направляет это. Вы формулируете свои характеры от своей атмосферы. Надеюсь, все понятно, друзья. Так что с вами Асым, компания Arbatons, друзья. Район Махмутлар, город Алания с вами, друзья. Так что сейчас хочу с вами посмотреть одна красивая квартира, вкусная, самое главное, для такая большая площадь, цена очень хорошая, низкая цена, друзья, 100 квадратный метр, друзья, и с мебелью, с бытовой техникой продается на третьем линии, рядом есть вторничный рынок, друзья, и огромный большой бассейн, можно назвать это, ордан чекелем кёшеден. И вот такой большой бассейн, друзья, огромный. Конечно, еще не работает, еще не работает. Я не знаю, в этом году бассейн будет работать или нет, но пока не работает здесь. Но за то, что есть такой возможность, море, друзья, зачем бассейн вам? Правда, море соленое. Море, Средиземное море у нас здесь, это наш врач, друзья. Давайте, еще я вам хочу сказать, здесь парковочное место есть, хамам, сауна есть, друзья, богатая инфраструктура есть. Вам нужно онлайн-показ, мы готовы показывать, друзья. Давайте, теперь я вас приглашаю наверху и поехать и посмотреть подробности. Друзья, теперь мы с вами поднимали на каком этаже? Дорт. На четвертом этаже поднимали, друзья. Какой айдат здесь? 200 TL. 200 турецких лир. Айдат, друзья, здесь очень мало, самом деле, для такой комплекс. И на третьем линии, где улица Ататюрк, рядом есть продуктовый магазин, рядом есть поликлиник и школа, друзья. И я вам говорил, возле забора здесь дороги есть маленькие, и здесь каждый вторник базар, друзья. Действительно, очень хорошо место расположения. Еще четвертый этаж, 2 плюс 1, 100 квадратный метр продается. Как видит она, так продается, друзья. Новый мебель, все новое, уютно, такой стильный мебель. Телевизор нету, остальные все есть, друзья. Еще кондиционер тоже нету. Так что, поэтому я вам хочу сказать, друзья, если вам нужно онлайн показывать, для более подробной информации под видео есть мои контакты, пишите, звоните. Не только это одна квартира у нас, есть еще 4000 объектов на нашем сайте arbatoms.ru. Захотите, для любой кошелек вы можете найти недвижимость. Короче, мы с вами теперь находимся возле перехожая, вот это главный дверь. Здесь с левой стороны вот такой длинный шкаф, с правой стороны уже кухня. Откройте сразу кухню, на кухню попадете. Перехожая и коридор нету, друзья. Так что здесь духовка и вытяжка.
Здесь еще посудомоечная машина, все новые, абсолютно все новые, только почему-то не знаю. Вот, телевизор нету, кондиционер нету и посуда нету. Посуда нету, остальные все есть, друзья. Кухня уютна, мне больше такой бордовый цвет понравился. Очень красивый такой цвет, в самом деле люблю вот такой цвет. И здесь уже общий санузел, два санузела есть и чамашир макинесы вот здесь и большой санузел. Друзья, все есть в самом деле, так что здесь еще маленький такой душевой кабин надо поставить. Вот что не остатки, я вам это заранее говорю, чтобы вы готовы были, свои деньги готовились, подготовили деньги, чтобы будете тратить, чтобы знали. Итак, теперь буздолабы. Буздолабы, вот такой большой буздолабы, деко название. Сразу у нас напротив есть еще одна комната, друзья, здесь детская комната, вот в таком виде она продается. Два отдельных кровати и большой шкаф. Вот здесь шкаф, достаточно большой шкаф, вот в таком виде она продается. Так что, конечно, вы можете стиль менять, если вам что-то не нравится, вы можете менять, друзья. Давайте еще вот это, как-то заходите сразу в кухню, коридор. Вас встречает, друзья, огромный большой коридор. И здесь сразу еще с правой стороны родительская комната. Оператор за мной, за мной. Вот. Здесь большой такой длинный комната, одна комната, друзья. И здесь тоже родительский санузел. Вот такой родительский санузел. Здесь такой длинный шкаф. Можно балкон выходить? Балкон выходим. И здесь вот такой красивый шкаф. Два шкафа есть. Два большой шкаф. Еще кровать. Один балкон здесь. Еще другой балкон можно. И напротив вот бананы. Вот продуктовый магазин. Вот сразу у нас напротив продуктовый магазин Мави. Мави синий написано. Так, вот в таком виде она продается, друзья. Давайте еще мы с вами продолжаем посмотреть другой балкон. Два балкона, два санузела на четвертом этаже, 100 квадратный метр, друзья. Район Махмутлар, город Аланья с вами. Теперь я вас приглашаю в другом балконе, друзья. Вот здесь тоже еще один балкон. Давайте. Итак, вот вы даже какой-то балкон, если вам не нужно будет, можете засветить, получается еще одна маленькая комната. Вот эта дорога, вот, вот здесь каждый вторник базар, натуральные овощи продаются, сельский базар, друзья. Так что с вами был Асым, ваш человек в Турции. Теперь, конечно, интересует цена. Какая цена? Фиат. 72 миллиона. 72 бин евро, это 72 тысяча евро получается, друзья. 72 тысяча евро, так что 72 тысяча евро. Если вам что-то нужно, дополнительные информации, друзья, я готов с вами поделиться. Всем желаю счастья, удачи и обязательно держите свои здоровья, друзья. Я переболел. У меня прошло уже 3 недели назад коронавирус. Теперь я немножко, у меня отношение к жизни, к людьми по-другому. Я немножко по-другому смотрю жизнь. В самом деле здоровье очень важно. У меня немножко тяжело прошло. 10 дней дома был и очень сильно голова болела и себя очень плохо чувствовал. И после этого уже немножко у меня жизнь стала по-другому. Поэтому держите свои здоровья, друзья. Не надо вот маленькие проблемы, которые есть в жизни проблемы, постоянно об этом думать не надо. Если здоровье есть, остальные все можно решать. Удачи. Пока-пока.